Good evening, ladies and gentlemen. My name is Jim Carrey, and how are you this evening? All righty then. Стендап – сольное юмористическое выступление перед живой аудиторией. В репертуар стендап-комиков, как правило, входят авторские монологи, короткие шутки и импровизация с залом. Зародился жанр еще в 18-19 веках Великобритании, а уже к концу 20 века стендап-комедия в Америке становится основной формой юмористического выступления. В этом жанре начинали свою карьеру Вуди Аллен, Эдди Мёрфи, Вупи Голдберг, Джим Керри и другие. В России элементы стендап-камеди появлялись в некоторых телевизионных проектах, таких как Comedy Club, КВН и Убойная лига. Михаил Задорнов, Антон Борисов, Руслан Белый и Павел Воля выступают в форме стендапа. До недавнего времени в России не было телевизионных проектов, целиком посвященных жанру стендап. Но в 2013 году на телеканале ТНТ стартовало новое комедийное шоу «Стендап», ведущим которого стал Руслан Белый. А на телеканале СТС начался показ первого российского стендап-шоу «Центральный микрофон».